комсомолец открывает свою выставку 100 лет московскому комсомольцу в самом центре Москвы. Хорошо это или плохо, пусть кто здесь гуляет, хорошую погоду оценит. Я надеюсь, что хорошая погода когда-то будет. А сейчас давайте ленточку резать. Торжественный момент. Вот. Кто? Да? Раз. Два. Это на память будет. Мне кажется, что лучше всего удавалось в фотографиях это люди. Вот у нас есть замечательно много фотографий, и даже выставка такая ходит по России, это неизвестный Путин. То есть это люди и люди в жизни, то, что они делают и умеют делать.